Внимание! О! Твою мать! А чё напугал? А чё произошло-то? А убили одного! Уже? Так быстро? Ни хрена! Меня тоже загасили, прикинь. А чё так быстро-то? Просто чпук-чпук и все, готов. Главное, чтоб не обошел меня с другой стороны. Ай-яй! Ай! Бляха, чё ты пугаешь-то, перный театр? Туда. Да где ты стреляете-то? Хорошо. Да уй! Да что собака! Тут никого чисто. В промежьях не вижу никого. А чё, я его убил, что ли? Ни хрена. Зашибись. У меня только ножик. Не дал просто, как по спецназовке. Чик ему просто, чик. И все. Ножом. Видал ты, видал, как я? Ха! Его ха просто! Просто так вот, такой полз такой. Ха! И все. Ха! Просто ха! Ха! И все! Ха! Ха! Ты так умеешь, как я, а? Нет, не умеешь. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами погружаться в мир сталкера Тень Чернобыля. Итак, мы пришли с вами в долг, вот, в бар. Нужно, короче, будет сейчас поговорить с осведомителем, посмотреть, что он может рассказать нам. Вот, так, с барменом мы поговорили, хочу посмотреть, что у него есть в продаже. Дальше. Короче, я там напутал. Напутал немножко. Оказывается, короче, второй ключ находится у Борова, по-моему, зовут так, сталкера. Вот, который находится в темных вот этих долинах, или где он там, или как это называется, темные долины. Моя информация может тебе пригодиться. Или как-то так, вот. Так, что еще? Посмотрим с вами. Ну, сегодня будем исследовать локацию вот этого бара. Арену посмотрим, подходи, возможно. Для таких, как ты, у меня вот всегда есть кое-что интересное. Поболтаем вот с этими чуваками, может, у них есть какое-то задание. Вот, и еще, вы, короче, все меня просите по принципу 5, вот как мы, да, играем, по принципу 5 у нас. Моя информация может тебе пригодиться. У нас того 5, этого 5, этого 5, да. И также с охранки, короче, делать 5 штук за серию. Вот. Блин, но понимаете, то, что, допустим, я вот буду копошиться в инвентаре, там, знаешь, да, долго там что-то там выбирать, смотреть, да. Либо какой-то долгий диалог с этими, с персонажами будет, а потом херак меня убивают, короче. И опять это все по новой. Вот из-за этого, как бы, я только думаю об этом. Делать, не делать так, но не знаю. Ладно, короче, ладно. Уговорили, короче, меня делать по 5 сохранок. Короче, делаем 5 сохранок за серию. 5 сохранок за полчаса, за 40 минут серии. Вот. Попробуем. Рискнем, попробуем, короче. Окей. Так. Что у него есть на продаже? Смотри, у него есть в продаже пистолет. Кара 919, классический автоматический кольт, с честью прошедший все вооруженные конфликты 20 века и уверенно вошедший в новое столетие. Невысокая емкость магазина в определенной степени компенсируется использованием мощного патрона. Понятно, да? Так, есть, короче, это для коры, да, патроны. Есть патроны для нашего автомата. Это для какой-то, для штурмовой винтовки, короче, патроны непонятно. Так, для ружья у меня вполне хватает. Вот этих патронов у нас
пока кишки по веткам. Всего 10 штук. И что же оно за выжигатель такой? Получается, всего 10 штук. Можно их купить. Смотри, короче, какая-то комбинезон сталкера. Производимый народными умельцами комбинезон сталкера представляет собой эффективное сочетание легкого армейского бронежилета и комбинезона из прорезиненной ткани, усилен за счет встроенных кевларовых пластин. Неплохо защищает от слабого стрелкового оружия, в целом крайне недостаточен для глубоких рейдов и серьезной операции зоны. Так. И комбинезон наемника, который вот у нас. В смысле? Откуда у меня комбинезон сталкера? Я не понял. Откуда у меня комбинезон сталкера? Окей, я думаю, что он будет получше, чем наш. Так что давайте этот продадим, а этот оденем, да? Вот. Так, гравий. Гравий, что у нас? Гравий можно продать весь. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Ну, в принципе, все. Больше ничего продавать не надо. Я думаю, наверное, куплю патроны для пистолета. Так. С лучшими характеристиками есть. Есть, короче, базовый патрон. Наверное, давай возьмем с лучшими характеристиками патронов. Давай, наверное, возьмем все. На два косаря выйдет. Ну, ладно, нормально. Так, что еще? 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 Что еще взять? Патроны для автомата. Квасов сейчас холодного. Да чтобы в нос. Как-то вот так. Ну и все, в принципе. Как-то вот так. Ну что, дружище, как оно? Да нормально, все, ништяк. Ты меня уважаешь? А все-таки накоплю на свой домик, чтобы речки и лес рядом. Отвали. Так, не ради, а. Дружище. Так, вес у меня не прибавился. Ну ладно. Нормально. Я думаю. Как оно? Я думаю, короче, вот этот комбинезон получше будет. Вот. Так. Вот я сейчас вот дернулся, короче, сохраниться. Давай-ка здесь сделаем схрон. Сюда одну аптечку. Так, патроны для пистолета 18. Мне не надо, у меня пока этого пистолета нет. Ну, вот шубушки нянем. Вот подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Все, в принципе. А, тушенку одну, батон один убираем, короче. Что еще, что еще, что еще, что еще, что еще? Не тормози, мужик. Водяру. Может тебе пригодиться. Ну, в принципе, все. В принципе, как-то так. Сохраняемся. Осталось 4 сохранки. Жесть. Ну я подходи, не знаю, сталкер. Это... Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, я осведомитель, торгую информацией в зоне, продаю важные сведения, покупаю чертежи, документы и записи из лаборатории. Моя информация ценная и хорошо послужит тому, кто ее обладает. Так, мне нужна работа, есть на примете. Убить сталкера-мастера. Кстати, можно у него и какое-то задание получить. Пока не интересно, окей. Так, хочу купить информацию. В данный момент готов продать информацию о группе Стрелка за совершенно символическую цену в 4000 рублей. Вот это интересно. На, держи. Так, находится возле неагропронта Ник Подземелья. Скорее всего, там информация о планах группы и списке членов. Да в смысле? Да в смысле? Я знаю уже эту тайник, я уже там был. Но... В группе, которая добралась до центра зоны за совершенно символическую цену. Ладно, давай еще раз. Стрелок, призрак и клык отправились к центру зоны, что они открыли дальше, неизвестно. Известно только, что стрелок пропал, а призрак и клык вернулись каким-то пришибленным пришибленными. Последняя известная информация о призраке — это то, что он отправился на Интарь. Мобильный лагерь ученых, координатный лагерь ученых прилагаются.
Короче, понятно. Короче, понятно, все то же самое, что и, блин. Еще раз сохранился. Жесть. Ну, друзья, я говорю, и, короче, три штуки, три раза можно сохраниться. Моя информация может тебе пригодиться. Вот о чем я и говорю. Я вот поговорил, да, чтобы потом снова не разговаривать, поэтому я и сохраняюсь, как бы. Поэтому, блин, я не знаю. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что вот. Интересное. Так, чего тебе? Отстань. Что слышно? Никто так, не может пробиться через кладбище техники из-за выжигателя мозгов. Было несколько свидетелей, которые видели, как какой-то сталкер перешел через неведомую грань и внезапно упал, а через несколько минут с трудом встал и, не оборачиваясь, ушел внутрь кладбища. Больше его не видели. Интересно. Ну, тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Вот так, понятно. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Что полезное для новичка. Если еще не был на арене, то советую попробовать. Денег можно заработать, себя показать. Не каждый осмеливается выйти против очередного монстра, а зря. Эх, я вот накоплю на новую броню, обязательно пойду. Так поневоле начнешь бить. У этого можно, кстати, взять задание. Запоминаем. Вот этого можно задание взять. У этого задание взять. У торгаша задание взять. Эх, вот дерьмо, опять пьян, блин. Эх, меня, понимаешь, из долга хотят выпереть, если я и это задание провалю. А я сейчас не в том состоянии, чтобы его того этого. Понимаю. Так, мне нужно найти оружие долговца. Так, у этого можно взять задание. Сейчас так походим, посмотрим, да? Так, ну черт, потерял фамильное ружье на дикой территории. Думал кровососов пострелять, да еле сам ноги как унес. Черт. Послушай, брат, если принесешь мое ружье, отблагодарю. Я тут заработал чуток. Все тебе отдам, только ружье верни. Фамильное оно у нас от отца к сыну передавалось. И вот на тебе потерял. Я к нему, считай, его прирос, продлился, а тут такая засада. И продолжай. Все отдам, дружище, только верни ружье, молю тебя. Потерял я его возле жилища кровососов. Сейчас скину тебе координаты этого места. И посторожней там, твари эти очень злобные. Так, ладно, пока нет. Леха опять сохранился. Ну. Если кто помог. Окей. Ладно, друзья, давайте вот это вот мы не будем, да, считать. Кто помог. Сохранки. У меня 5 сохранок. Как только я возьму за квест за какой-нибудь, будет 5 сохранок. Как-то так, потому что, ну, это вот эта вот болтовня постоянная, знаешь, одна и та же. Это будет жесть, конечно. Так, ладно, давайте осмотрим, что у нас есть еще дальше. Проходи, не задерживайся. Да и ухожу я уже, ухожу. Да, друзья, давайте договоримся так. Я беру задание, иду выполнять его, и тогда с того момента у меня 5 сохранок. Когда я нахожусь в какой-то локации, там, в каких-то вот, разбираюсь с инвентарем, там, туда-сюда, это все, это, то, того, то я, короче, это, ну, сохраняюсь, чтобы постоянно не делать одно и того же. Наверное, так будет логично, так будет. Так. Так будет логичнее, так будет правильнее, я думаю, да? Наверное, так. Вот. Так, окей. Здесь у нас что? Здесь у нас с этим чё? Здорово. Интересного ничего не может рассказать, короче. Понятно. Кровотечение минус 133, прикинь. Химический ожог. Точно известно, что артефакт порожден аномалией холодец. При ношении его на поясе раны меньше кровоточат. Хотя тело хозяина становится уязвим к различным ожогам. Ну слушай. В принципе, у меня что там, ожог 50, да, там. А че у меня все убрано-то? Вот так. И, наверное, вот так. Наверное, сделаем, да, так. Так, окей, да, оружие убрал. Оружие убрал. Все, молодец. Так, что у нас еще есть здесь интересного в этой, в этом месте? Здесь у нас кучка чувачков.
Здорово, о чем базарим? А что замолчали-то сразу? Ну ладно. Ладно, не буду мешать вам. Так. А где я тут арену-то видел? Так. Внимание, анекдот. Окей. Окей. Опа. Ты кто? А ты кто? Тебе можно попасть? Так, ладно. Есть еще тайники. Здорово. Смотри, какая пушка. Ты находишься на территории, где порядок поддерживает членов... А, ну это мы, да. Это мы уже читали это. Так, 100 рентген, окей. Вот арена, хорошо. Так, пойдем тайники, наверное, посмотрим. Тайничок, тайничок. Тайничок. Свободные сталкеры, ветераны и охотники. Как мне туда забраться? Наверное, наверху. Тайник, а вот лестница. Защитить мир от заразы зоны. Наша общая цель и задача. А что, мне не забраться? Бляха. Вот здесь, может? Да, вот здесь, наверное, забираешься. И там... Кстати, вот здесь еще тайник есть. Сталкер, защити есть два тайника. От зоны. Вступи в долг. Вступи в долг. Идешь такой, идешь. Ой, блин. Я в долг вступил. Так. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть... А где тут? Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Место, где вам а где тут? Подскажут, как позаработать. Тайник-то. Подходите в бар 100 рентген. Мы всегда где-то... рады новым посетителям. Хм. Где тайник? Внизу здесь? Где-то. Под елочкой? Ветераны Чернобыля. Под елочкой спрятали. Недолго. Что это? Лежит так, ладно. Внимание! О! Твою мать! Всем, кто на а чё напугал? А чё... а чё произошло-то? А чё... а чё он меня... А чё он так... А чё он так говорит? Эх, чё... да, а чё это он такой? Проходи, не задерживайся. Я же вроде ничего не делал, короче. Сунул нос не свой вопрос, как сказать, как говорится. Так, погоди. Здесь надо забрать. Не-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 е
ребята, которая та. Ну пипец. Сохранись, короче. Так. Бар. Так, туда не суемся, короче. Там что-то какие-то дерзкие чуваки. Почему они меня это убили? Мужикам на территорию вход закрыт. Да? Можно я здесь рядышком? Долг. Понятно. Можно я тогда вот так вот, да? Вот здесь раз. Вот так вот. Так вот сделаю. Наверное, мне надо. Вот так. Тайник, наверное, вот здесь. Вот он. Так, неплохо, колючка. А, чё на минус 10 радиации? Ну, продать можно. У меня с радиацией есть поинтереснее штука. Так,
А вот то, вот тот тайник. Электрощиток с тайником. Говорят, на территории долга в электрощитке что-то ценное лежит. На территории долга. Понятно, да? В электрощитке, на территории долга. Мне надо туда попасть. Стой, на территорию базы долга дороги нет. Чужакам там делать нечего. Почему вы не пускаете чужаков? Ты откуда вылез такой наивный? У нас война идет, понимаешь, с бандитами свободы. Регулярные стычки с ихними боевиками на дикой территории. Война с группировкой свободы? Почему? Потому что бандитам свободы нет места на зоне. Они должны быть уничтожены. Если тебе интересно, то спроси бармена. Он тебе все объяснит. Я слишком занят для этого. Так, окей. Ну, на, забери. Я продал? На, забери. Так, ладно. Туда мне не попасть. К электрощитку мне не попасть. Печалька, печалька. Так, ладно, давай посмотрим, что еще есть здесь у этого долга. Какая музычка, да, заиграла прям. Так, арена, окей. Здорово, чуваки. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Есть что интересное-то здесь у вас? Нет? Американского, ну ладно. Так, окей. А, так, это что? Смотри, какой-то этот... Домик. Какой-то домик. Ага. А, это вот я к чуваку к этому попал. Здорово. Чего тебе? Да ничего. Да ничего. Понятно. Ну, в принципе, смотри, в принципе, так-то здесь ничего такого, да? Нет на этой территории долго. Вот. Арену надо проверить бы. Сходить. Давай сходим на арену. Посмотрим, что это. Ты меня стрелять не будешь? Спасибо. Бляха, когда автомат-то достает, так страхово сразу становится. Фига они там меня вынесли, ты видал, да? Так, здорово. Здорово, есть новый бой для тебя. Так, продолжай. Ну что ж, первый бой, твой противник такой же кусок мяса, как и ты. Попал сюда из-за долгов. Ему поставили выбор. Либо выходишь и дерешься, либо отправляешься в ближайшую аномалию. Так что драться он будет как пес, загнанный в угол. И снаряжение сегодня дай-ка подумать. Ага, будете драться на ПМАх. Ну и по две обоймы, я думаю, вам хватит. Иди надери ему задницу. Или отправляйся с собакам на корм. Выбор небольшой. Вперед. А, ну давай попробуем. Два свежайших куска мяса. Кто-то из них сегодня станет мясом на корм собакам. В буквальном смысле. Начнем. Начнем. А где оружие-то? Это вот это вот? Мое оружие. Ну да. Ну да. Так, окей. Где ты? Сейчас я тебя... Как нефиг. А, вон, смотри, смотри, бежит, бежит. Я его видел, я его видел. Ха-ха. Выпустите собак. Собак? Одним неудачником стало меньше. А. Да ладно, я его кокошил. Только чпок и все. Только чпок и все. Просто я его и все. Херня какая, да? Да? Херня какая. Сталкеры, если
Если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть... Ну давай еще раз. Место, ты победил, вот твоя награда. Так, косарик, нормально. Продолжай. А, предыдущий бой еще ничего не означал. Ты все еще кусок мяса, на который даже приличный человек не поставит и обойму. Если хочешь неплохо заработать, тебе предстоит еще не раз выступить. Твой противник тоже прошел первый круг и сделал это достаточно быстро. Да и противник у него был посерьезнее твоего. Но если честно, он мне не нравится. Он убивает очень быстро, а публика этого не любит. Так что давай, иди покажи, на что ты способен. После этого боя ставки начнут повышаться. Осталось только выжить. Пошел. Давай. У него, походу, такой же костюм, как у меня, да? Оба прошли первый круг. Так, я снова прячусь за эту штуку! Я снова прячусь за эту штуку, погоди. Гадюка. Так, ты где? Ты где? Так, с какой стороны он побежит? Это секрет. О-по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 . Ну-ка. Ты где? Типа он убивает быстро. Бляха. А чё такой живучий? Надо ему в голову стрелять. Видал, как я с ним? Ты победил, вот твоя награда, два косаря. Неплохо, неплохо, Арни. Нос, продолжай. Так, погоди, у меня, короче... А что, у меня там восстанавливается здоровье или нет? Я что-то не вижу. Да, восстанавливается. Так. Сейчас, погоди. Мне нужно, наверное... А где все мое добро? О. Так, наверное, аптечку сейчас возьму. Вот так. What the fuck, а где моё это? Ни хрена себе, ты чё? Вот так. Так, здорово, новый бой для тебя. Окей, давай. Ну что ж, ты оказался не таким уж слабаком, каким показался с первого взгляда. Пришло время проверить тебя в честной схватке. Против тебя выступают два противника, первый швед... Второго не помню, как зовут. Их специально поставили в пару, они друг другу страшно не нравятся. Так что команда игры, с их стороны можешь не бояться. Скорее они друг друга подстрелят. Из оружия сегодня ружья, так что смотри, в упор не подставляйся, а то по частям собирать будут. Ставки против тебя 10 к 1. Если победишь, отлично заработаешь. Погнали. Ну погнали. О, по имени отчеству меня уже зовут. Окей. Или просто кусок мяса. Так, что у нас? Ага. Так, ну теперь. Ну тут надо, короче, как-то, я не знаю, как-то поближе подходить к ним. Потому что. Ружье. Как-то надо обходить, искать их, короче. Так, я вижу одного. Противник. Окей. Не, надо, короче, это, подходить ближе. Как-то. Опа, 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 опа. Так, хорошо. Хорошо, сейчас мы его... Бляха, бляха, быстрей, 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 быстрей. Ах, ты свалил, да? Наверное, он здесь. Ха-ха-ха. Опа, еще один выскочил. Ну, иди сюда, говнюк.
Минус один, готово. Отлично. Так, ну остался один. Это уже полегче. Это уже Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо. Он там, наверное, за коробками, да? Ну-ка, ты где? Эх, куда он бежал? Свалил, засранец, да? Зассал. Опа-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 па. Ебой! Ебой! Не было у них шанса, не было. Просто. Так, ты победила, твоя награда. 3 косаря. Нехило. Нехило. Теперь я могу с уверенностью сказать, что ты боец. Пришло время командного выступления. С тобой будут выступать 2 новичка, 2 брата. Они еще не выступали, но так братья... Пришлось их засунуть в командные бои. На особую помощь можешь не рассчитывать, так что рассчитывай только на себя. Против вас выступает сыгранная команда, претендент на финал этого сезона. Опасные парни, оружие смешанное. У одного из них автоматический дробовик. С ним будь предельно осторожен. У остальных АКМ. Давай, удачи, она тебе пригодится. Да? Так, сохраняемся. Я, короче, забыл про это правило уже сохранки, да? Ну ладно. Я говорю, блин, для меня это сложно. Я привык туда, ну, нажимать, короче, на это, на F5. Смертельные аномалии. Опасные мутанты. Не знаю, короче. Бандиты грабят сталкеров-новичков. В роли новичков. Смотри, какой костюмчик. Я такой хочу костюм. Так, а что у меня из-за оружия? Ага. Так, давайте, давайте. Давайте там. Получай, сволочь! Зацепил, гада! Это далеко, далеко. Опа, убили одного! Уже? Так быстро? Ни хрена! Меня тоже загасили, прикинь. А чё так быстро-то? Просто чпук-чпук и всё, готов. Ну-ка. 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 Я просто не понял этого сейчас. Я просто не понял сейчас юмора. Смотри, как работает спец. Они по-любому сейчас опять вон там будут толкаться. Надо вон того в костюме, короче, убивать. Он опасный. Я пошел! Помоги огню! Готов. Живите, друзья, живите. Так, там опасный, короче, умер. Так, это свой. Бляха, убили. Зацепил, зацепил. Главное, чтоб не обошел меня с другой стороны. Ай-яй! Ай! Бляха, что ты пугаешь-то? Перный театр. Туда. Да где ты стреляете-то? Все, допрыгался! Непонятно, откуда стреляет. Пипец. Этот там еще, блин. Разбежались бы они вот так вот, знаешь, эти два брата вот эти вот по сторонам бы разбежались и... Не знаю. Бандиты грабят сталкеров-новичков. В роли новичков вечные... Разбежались бы они вот так по сторонам, короче. И отвлекали бы их. А я бы этих так чпук-чпук-чпук-чпук-чпук-чпук-чпук, короче, так вот. Потихонечку. Так, надо опять этого в скафандре. Ты
Хорошо. Да, уй! Да что ты, собака? Давай, давай, умирай, умирай. Бляха! Что-то больше, чем в прошлый раз я патроны с него трачу. Да? Ну где вы там, где вы там? Блеха! Все мимо! Погоди. А у меня есть какие-то аптечки? У меня есть там какие-то аптечки? Мне дают вначале аптечки, там какие-нибудь или бинты, или что-то еще. Ты что-то... Я даже не заметил, как у меня жизни, короче, просто чпук и высосали. Давай, давай. Сейчас загасим. Сейчас загасим. Мне только надо проверить, что у меня там есть. Два бинта у меня. Отлично. Хоть что-то. Два бинта, хоть что-то. Чё вы все рядом со мной-то трётесь, а? Ну-ка. Окей. Так, минус один. Хорошо. О-о-о, ранили, ранили. О-о-о, через стену меня. Как они через стену-то опять по мне? Говнюки, саны. Опять этот там скафандр бегает. Бляха! Бляха! Надо, короче, я не знаю. Надо... Что ж такое придумать-то? Что ж такое придумать-то? Боя. Бандиты грабят сталкеров-новичков. В роли новичков вечеринки. В роли новичков. Да какой я новичок-то? Я уже видал там, уже видал. Как сражаюсь, видал, как сражаюсь уже. Так. Оп. Тут никого чисто. Промеж их не вижу никого. Там кто-то стрелял, да, не? Так. Бляха, надо, короче, вставать в такие места, где, короче, они так вот не обойдут стороной. Лёха, как так-то? Ни хрена с такого расстояния просто вышиб, а? С дробовика. Совсем жуткий, что ли? Совсем жесткий, что ли? Говнюк. Давай, давай, добьем, добьем эту арену, добьем, добьем, куда денемся, добьем, конечно, конечно, добьем. Не с сегодняшней серии, так добьем все равно ее. Так. Слышь. Ты меня наслышь, слышь, не бери, слышь. Ты взяли моду, блин. Слышь, да, слышь. Слышь, да, слышь. Ну где? Где хоть один? Бляха. Опа, 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 опа,
Тихо, тихо! Как? Та-т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 а! Ух ты ж, мать твою! Да как они... Как они через... Смотрите, через стены-то, я за засадой сижу, как они меня... Тут даже, блин, за бетонной стеной будешь стоять, они все равно по тебе попадать будут через стену, короче. Как? Вот как? Как это понимать? Так, надо, короче, я говорю, надо... Можно было приказы отдавать, а? Сбоку, сбоку, заходи, умный. Умирай, 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 умирай! Убил, отлично. Так, 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 так. Ага. Отлично! Остался один, чуваки, чуваки, давайте, 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 поднажмем. В скафандре, космонавт остался. Нет! Я буду тебя помнить. Я буду. О-о-о-о! Ай-яй-яй! Опасно! Опасно! Этот ублюдок там! Только я его не вижу. Да что ты творишь, ты? Как он по мне попал-то? От тебя отскочила пуля. Бляха, ни хрена он снайпер. Через промежье видал? А есть граната-то у меня какая-нибудь? Тебе туда граната сейчас как... О-о-о-о! Да где я? Да в смысле? Откуда стрелять? Я не понимаю, где он. Во, я вижу. Я его только что видел. Да в смысле сбоку заходи? Так, отлично, отлично. Двигайся, не стой. Ай-яй-яй-яй-яй! Смотри, что делает. А чё, я его убил, что ли? Ни хрена. Я его убил. Я его убил, Арми. Ты победил 4 косаря. О, да. О, да. Так, есть новый бой. Сегодня у тебя необычный бой. Про твои подвиги прослышали. Даже вояки прислали двоих своих бойцов. Да не удивляйся. Вояки тоже в этом участвуют. Среди зрителей есть даже генерали. Генерали. Эти парни из спецназа, точнее из ОМОНа, и вооружены они соответствующие. Будь осторожен, у них достаточно крепкая броня, и я тебя тоже голым не оставлю. Получишь броню, свободовский броник, чтобы они подавились. Штука легкая, так что бегать мешать не будет. Покажи им, что наш брат тоже не лыком шит. Удачи. В новой броньке я сейчас буду. Так, двое. Доблестный ОМОН. Ого. Покажи им, чего ты стоишь. Конечно. О! И пушка новый. И пушка новый. Отлично. Только у меня надо было подлечиться. Перед боем. Ну ладно. Братишка, братишка, давай, братишка. Зеленого слоника пересмотрел. Опа!
Опа! Опа, жжется, да? Жжется, да? Но. Эти, блин, вояки, они сейчас могут... Я добиваю эту фишку, короче, когда вот, знаешь, ты стоишь за стеной, короче, с этим, за защитой, и такие чпук-чпук-чпук, просто прилетают тебе там эти патроны. Так, ладно, дай-ка я сейчас подлечусь. Все, я готов. Я готов! Погнали. Давай, давай. Будут пытаться задержать неповторимого меченого. Покажи им, чего ты стоишь. Я стою. Вам столько... У вас столько денег нет, что я стою. И вообще я не продаюсь. И вообще я не продаюсь. Я бесценный. Бляха, нихера, трубокопа. Опа-опа. Опа-опа-опа. Бляха. Нихера. Бляха, умирать-то будем, нет, а? Приз патронов. А! Зашибись. Опа, 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 опа. Там у него гроза была. Или гром, или как-то там. Ну, гром и молнии. Так, надо, чтобы. Хорошо. Бляха, опасно. Ай-яй, а чё жрать-то? Да в смысле жрать я хотел? Всё, у меня ножик. Бляха! У меня только ножик. Воу-воу-воу-воу-воу! И дал просто, как по спецназовке, чик ему просто, чик! И всё. Ножом, ножом. Дядька, сейчас я похаваю. Так, тушеночки. Колбаской. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. Ну, можно еще это. На нас лежит огромная ответственность. Так, окей. Защитить мир от растущей зоны. Видал ты, видал, как я? Ха! Ха! Его ха просто. Просто так вот, такой полз, полз такой. Ха! И все. Ха! Просто ха! Ха! И все, ха! Ха! Ты так умеешь, как я, а? Нет, не умеешь. Ты победил, вот твоя награда. Окей, продолжай. Сегодня у тебя показательный бой. Долг изловил банду, которая долгое время на ростке покоя сталкерам не давала. Брали их ночью, так что почти все живы остались. Их все равно к стенке буду ставить, так я долг уломал дать им шанс. Кто выживет, отправится в тюрягу вне зоны. Все лучше, чем подохнуть. Вооружены они очень... они чем попало. В основном пистолетами и обрезами. Ну их шестеро, так что смотри, не подставляйся по-глупому. Ай да. Бандюганы, что ли, обычные? Преступление и наказание. Ну да. Неповторимый меченый вроде доблестного мента, говорит. Вот это пушка. И все, одна граната. Так, их шестеро, да? Ну, начнем. Минус один, минус второй, четверо. Четверо, так. Окей. Окей. Леха. Так. Сколько? Трое.
Хорошо, трое. Окей, двое. Перезарядка. Окей, один остался. Фе, это как семечки. Это как семечки. Я хочу такой автомат. Я хочу такой себе автомат. Ты смотри, как он клевый. Е-бой! Е-бой! Ты видал, как я их? Видал? Тебе же это... А ты от радости так, что ли? Ты танцевал? Ты танцевал, да? Ты танцевал? Ладно. Ты победил. Вот твоя награда. До встречи. В смысле? Все? Я прошел всю арену? А мне дадут... Я думал, мне дадут какой-нибудь автомат или что-нибудь. Броню. Эх, ну ладно. Деньги тоже хорошо. Деньги тоже хорошо. Так, можно тебе что-нибудь продать, нет? Торговать. Что тебе можно продать? Гравий, да? Ну да. Держи гравий. Ну что, друзья? Давайте на этом тогда закончим. Мы с вами закокошили, короче, арену. Я все-таки сохранялся, короче. Ну, блин, ну не могу, у меня привычка. Это уже как бы, это уже профессиональная, знаешь, вот эта вот реакция профессиональная, когда ты играешь на сложном, надо сохраняться. Так что, друзья, не серчайте. Ладно, не серчайте. И так на мастере играю. Я чувствую, все равно и так придется мне туго дальше. Это еще только начало игры. Поэтому, друзья, не серчайте. Вот. Ладно. Присядем. Отдохнем. С пацанами тут, а? Вот. Арену, короче, мы закончили. Я не знаю, появятся, может, еще какие-то новые бои со временем. Ну, будем периодически заглядывать, не знаю. Вот. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. А вот и с вами был как? Валерий. И слушаем анекдот. А, песенка. Песенка. Классно играешь. Вообще ништяк. Кончай уже.